Вы долгое время занимались изучением истории, культуры и религии стран Центральной Азии. Откуда и как у вас возник интерес именно к этому региону? Вы знаете, это у меня появился с детства. Во-первых, я всегда хотела путешествовать. Вот это я осуществляла, видимо, и выбрала свою профессию, чтобы видеть мир. Но особенно я хотела видеть два пункта, два назначения, два места. Самарканд. Из-за того, что меня подарили книжку «Тысяча и одну ночь», и первая глава открывается на Самарканде. Я тут хотела видеть. И потом у меня была книга, которая рассказала по степях. И у меня дома был пластинок Бородина, да, наверное, в степях, вот в великих степях. Ну, типа эта музыка. А я постоянно вот слушала эту музыку, хотя классическую музыку, и думала, ну надо когда-нибудь видеть эти степи. Вот. Почему? Когда пришло момент выбрать университет после окончания колледжа, я решила перебраться до Института восточных языков и цивилизаций, где я стала учиться арабский язык, фарси и русский, помимо того, что историю в Сорбонне должна изучать. И с того момента, как я вступила в этот институт, до сих пор я еще там работаю. То есть я не вышла от этого института. Это мой дом, алма-матер. И вот, когда пришлось время выбрать тему магистратуры, дипломной работы, я вдруг думала, я должна сочетать изучение русского языка, фарси и видеть Самарканд. Опять у меня прошло это. Поэтому я выбрала тему изучения ислама в Центральной Азии, адаптация ислама к коммунизму. Вот моя тема была. И меня отправили почему-то в Ленинград. И я там учила один год, и потом уже после долгого ждания визу, получила визу, чтобы поехать впервые через степях на поезде в Узбекистане и Таджикистан. Вы написали книгу «Казахстан». Почему не Туркменистан, почему не Узбекистан? Ведь в нашем регионе очень много интересных стран. У меня всегда был очень большой интерес к кочевой цивилизации. Всегда. Вот когда я стала историком, я видела, что все-таки довольно много пишут о оседлых, оазисах, все эти народы, которые живут вдоль шелкового пути. И я думала, ну, надо тоже обратить внимание на такое большое пространство, как Великие степи, где во время Советского Союза особенно настаивали на географии, на экономику, как регион, но не очень на истории. Вот я чувствовала нехватки восстановить эту историю как самостоятельную историю края, понимаете? И поэтому я решила для широкой публики, это не научная книга, я хотела. Я хотела просто, чтобы люди познакомились с этой страной. Я написала это в 99-м году, она вышла в 2000-м году. А потом я узнала, что ее переводили на японский.